Это вот продолжение проспекта Республики. Арка. Длинном доме, который называется Второй Китайской стеной. Нервный водитель. Здесь на той стороне остановка автобусная. Все люди идут. Ну, как через эту арку проходят и попадают в внутреннюю часть жилого массива. Вот этот длинный дом Китайская стена, она вот обрамляет вот этот жилой массив. И как обычно тут везде устроили горки. И в советское время, и в 90-е годы здесь ничего этого не было. Вот этих скамеек, этих дорожек, выложенных брусчаткой, не было. Здесь была тропинка такая. Так как здесь лог, ложбина, весной, когда все таяло, это превращалось в непроходимое болото. Ну вот, сложно было здесь ходить. Это я вот помню. А сейчас вот насыпали высоко. И ну, вот сохранились тополя. Рогачи тут. Вот, разъезжают лошади. Впереди детская площадка. Большая детская площадка, оборудованная. Метет, поземка. Буранит. Видно. Ну, дети катаются на баллонах. Баллоны, наверное, на прокат тут выдают. Предприимчивые ребята. Сегодня суббота. 21 января. Так оборудовано. Вот этот дом, это вторая китайская стена, обрамляет, получается, это северная сторона. Вот этот дом китайская стена, он защищал своего рода, была защита от ветра с северной стороны. Там юг, ну, там юг. Здесь юго-восток. Нет, катаются на лошади.